Приветствую вас. Я думаю, что, во-первых, ну, мой коллега Кудрящев Игорь Леонидович прав в том, что, ну, в своей интерпретации вашей проблематики, на мой взгляд, по крайней мере, он прав. Вот. Мне кажется, что именно вот чувство вины вас по факту привело к этой ситуации, ну вот, в которой вы оказались, вот. Мне так, по крайней мере, кажется. И я, в общем и целом, согласен с коллегой, что не совсем понятно, что вы хотите делать. То есть, что делать, чтобы что вы хотите конкретно, чтобы что вы хотите делать. Свою маму вы, в общем и целом, ну, переделать не сможете, это очевидно. Потому что она, как вы сказали, она манипулятор. Вот. Добиваться действительно привыкла того, чего хочет, вот. И в общем-то от своей идеи она вряд ли откажется. Вот. Это совершенно очевидный момент. Вот, куда менее очевидный момент, какую роль во всем этом занимаете вы. Вы, на мой взгляд, занимаете в этом всем роль достаточно пассивную, вот, достаточно безответственную, вот, в том смысле, что как будто бы у вас нет своей позиции, как будто бы у вас нет своей точки зрения на это, как будто вы не уверены в том, что делаете, и как будто вы, опять же, вот избегаете, ну, прямого выражения позиции, ссылаясь на проблемы с документами, вот, но не желая признавать, ну, по факту, вот, то, что по факту происходит, не желая в этом признавать, вот, очевидно, наверное, что маму вы свою боитесь, вот. Ну, я так думаю, что вы боитесь свою маму, боитесь отказать ей, боитесь идти с ней на какую-то вот конфронтацию, вот, либо из-за чувство вины, действительно, из-за чувства вины, либо, что гораздо мне кажется важнее, ну, гораздо, мне кажется, реалистичнее, да, либо из-за того, что вы не уверены в себе. Вот. Такой, мне кажется, здесь может быть момент, вот. Я, честно говоря, вот предлагаю вам для начала определиться с этим.
я предлагаю вам для начала определиться с тем, так а что же вы хотите, вот, чего же вы хотите по итогу. Где ваша позиция, где ваша, тут вот, точка зрения, где ваша граница, да, вот где граница, где грань, где заканчивается мама и, ну, начинаетесь, условно говоря, вы, вот. То есть такое ощущение, что вы вот свои границы, да, ну, просто не чувствуете, не ощущаете. И, на мой взгляд, это может быть серьезной проблемой, вот. И это может быть тем, над чем стоит работать. В первую очередь, над чем стоит работать, вот, потому что это, ну, по сути, это то, вот, что на вас влияет напрямую, как бы, вот, дальше, какое место вы отводите своей маме в этой вот всей ситуации? То есть конкретно, какое место своей маме вы отводите в этой ситуации? Вот, считаете ли вы, там, что у нее должно быть какое-то место? Согласны ли вы с тем, например, что у нее должно быть какое-то место? Если у нее должно быть какое-то место, да, то, соответственно, какое это место конкретно? Вот, как вы относитесь к этому месту ее, к этой роли. Вот. Считаете ли вы, что она там, например, ну, не знаю, достойна этой роли? Или вы сомневаетесь в том, что она достойна этой роли? Вот. Если у вас есть сомнения, допустим, то в чем эти сомнения ваши, вот конкретно, в чем они проявляются, ваши сомнения. Вот. То есть мне кажется, что вот обратить внимание вам нужно вот на эти моменты, потому что, ну, они, эти моменты достаточно важны. Вот. Такая вот история, значит, зачастую в основе лежат такие вещи, как самооценка, заниженный страх сказать нет, невозможно сказать нет, отсутствие личных границ, вот, и такое вот подспудное желание угодить маме. Вот, именно угодить ей, то есть прямо, ну, прямо вот, ну, в прямом смысле этого слова, да, угодить маме, чтобы, то есть вы, вот, вероятно, хотите все же ее одобрение, вот, а все же, ну, все же рассчитываете на возможность получить одобрение. Вот. И для вас, вот, видимо, ну, вот, знаете, в некоторой степени вот эта ситуация является такой возможностью угодить своей матери. Вот, именно это, мне кажется, выступает одним из факторов, которые ведут вас, вот, собственно, к этой позиции, которую вы занимаете.
по отношению к своей маме, то есть позиции неопределенности, то есть вы как будто бы, ну, как будто бы разрываетесь между, ну, между тем, что вы хотите, ну, для себя, для своей семьи, к примеру, и тем, что вы хотите для мамы. Вот. Я думаю, что и то нормально. Вот. Просто очень, ну, необходимо, чтобы, чтобы вами, чтобы именно вами, вот эти формы того, что вы хотите для себя и для матери, чтобы эти формы приняли, ну, адекватные черты, адекватные очертания, как конструктивные черты, конструктивные очертания. Вот. Ага. И чтобы одно с другим, грубо говоря, не конфликтовало. Вот. Потому что сейчас, ну, сейчас вот на данный момент, да, на данный момент конфликт, он абсолютно налицо, и вы в этом конфликте занимаете, к сожалению, жертвенную позицию, потому что, ну, понятно, вы не знаете, что вам делать, действительно. Вот. Ну, расставлять нужно так или иначе приоритет, да, а приоритет вы сможете расставить в том случае, если у вас будут ценности, у вас будут ориентиры, вот, потому что, ну, понятно, что без этого, без, вот это, без ценности, без ориентиров вы, ну, по сути, ничего не сможете сделать. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому, я думаю, как-то так. В целом, можно порекомендовать изучить треугольник Карпмана вам, вот, чтобы вы поисследовали его, чтобы вы посмотрели, чтобы вы увидели, вероятно, себя, чтобы хотя бы постарались увидеть себя, вот, и увидели то, что ваша позиция, она не новая, она достаточно хорошо изучена, и, соответственно, с этой позицией можно взаимодействовать, с этой позицией можно работать, вот, ну, можно, да, и, ну, и нужно работать, вот, и главное, чтобы у вас было желание это делать, ну, потому что если желание это делать не будет, то мы тоже бессильно будем вам помочь. На этом все. Надеюсь, мой ответ был полезен вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.